конкретный. В общем, по-моему, неплохое начало для турнира. Хотя обычно уже приличные люди уже имеют там по сколько? По 9 очков в таких ситуациях, а мы жалкие там 2 или сколько там. Чес Брах, Хансен. Кто же ты, Чес Брах или Хансен? Да, возникает вопрос. Вполне закономерный. Ферзь b6. А что just они делают? My... Как они играют? Usual BS. Did I just blunder? Yes. Так, ну я конечно, все понимаю. Я в этой жизни всякое видел. Я в шахматы играл в конце. Ой-ой-ой, что он делает? Ферзя мне жертвует. Что ты будешь делать, а? Ну что ты будешь делать-то, а? Вот какие пошли люди. Мушкетеры канадские. Король f8. Ну, как-то вроде с ферзем жизнь должна быть веселой, да? По всем канонам шахматного искусства. Но все-таки это же Чес Брах. Не может же это все быть просто так. Да? Exactly. В общем, ждем какого-то грандиозного подвоха, какого-то вот доселе невиданного обмана. Просто исходя из уважения, да, к такому уж легендарному, не побоюсь этого слова, шахматному стримеру. H4, ну что они делают, а? Ну как они играют, как они это делают, позвольте сказать. Так, единственное, что у меня сейчас ферзь c7, слон e3, конь e8, без ферзя бы остался. Видите, я же говорю, что полонковарство наш оппонент. Да, вы теперь можете сами прекрасно в этом убедиться. Вот, не знаю, e5, конечно, вызываю я ход правильный или нет, я не знаю. Может, я обрекаю себя на гибель? Так, ну как-то негоже с лишним ферзем. То, что люди обо мне подумают. Так, надо мне как-то собраться. С лишним ферзем еще не хватало. And I go back. Now I'm up. Слон e6. Ну как-то вот не могу я, сковал он меня. Сковал он мои фигуры. Сковал человек такой. Давайте вот как-то мы упремся, встанем, вот ни метра не отдадим. Пространство, так сказать. Ладья d6. Ладья h6. Ну вот как такого человека выиграть? Объясните мне, скажите на милость. А вот можно победить такого человека, но сломить его просто невозможно. Слон h5, да, ну какое-то что-то непреодолимое. Вот я чувствую, что я вот ввязался в бой, да, вот с какой-то силой, которая вот просто непостижима по природе своей. Текс. Oh, he calculated that shit. Ну, мистер Хансен, есть ли у вас план? Oh, no. That was advanced. I should have seen that coming. Есть ли у вас план, мистер Хансен, на ход ферзь b7? Should have put king here. Хотел бы я знать. This is losing now. Или вы это все-таки просмотрели в творческом угаре? Ферзь b7. Мы таких вещей не прощаем. Ферзь e5. Ешь, пока дают, называется. I'm playing on без just ферзя so будем wake играть. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, знаем мы вас, людей таких. Есть такие люди, до чужого добра жадные. Текс. Давай, ладья f5. Ну, сколько можно мучиться? Так, e4 сыграю. Меняйся. Без ферзей меняться that's это всегда не ошибка. A good move. Jeez. Я так должен сказать. Uncalled for. Конь e4. Бью! Так, ну смотрите-ка. Живым он не сдастся, да, я так понимаю? Так, надо сейчас только аккуратно сыграть, чтобы по первой линии там ничего не пропустить. То будет обидно достаточно. Можно было даже ферзь b4 сыграть, вот b3 ход сделаем. Вот с таким, с намеком, что вот ничего мы в этой партии 100% не зевнем. Король b2 издевательская. Крепка броня и танки наши быстрые. We're not doing too well. Нет ходов. Ух ты, что он творит, а? Ну как он это делает? Как он это делает все-таки, а? Ну как у него так получается-то, хоть объясните мне. Why am I playing on? Let me resign. I'm just trying to play the pieces. Сдался все-таки, а?
Смотрите-ка, сдался. Сдался противник. Сейчас давайте я очень быстро донат зачитаю. И снова в бой. Будем сражаться за подписчиков, потому что вот если за кого и надо сражаться, так за подписчиков. Это вот однозначно.